Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Falster 3. И сейчас я покажу вам, как поменять громкость звука. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки» и проходим в раздел «Звук». И тут мы можем настроить громкость мультимедиа, можем увеличить звук или уменьшить. Громкость будильника мы тут также можем настроить. Громкость рингтона. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.